Меня зовут София Триколенко. Как называется ваша коллекция, которую вы представите на Бердянск Fashion Day? Я представляю коллекцию украшений, которая называется «Дыхание весны». Это украшения, на которые меня вдохновили всевозможные растения, цветы, птички, рыбки. Одним словом, все прелестные весенние создания. Какие материалы вы использовали? Я предпочитаю работать с бисером. Мне кажется, что это один из самых пластичных и самых интересных в работе материалов. Им можно передать, по сути, любую форму. При необходимости бисер можно дополнять различными стеклярусом, стразами, драгоценными, полудрагоценными камнями, рубкой и так далее. А где была показана ваша коллекция ранее? Эту коллекцию я, так сказать, широкой публике представляю впервые. До этого я ее представляла частично на различных выставках. Ну, в основном стационарные художественные выставки в Киеве, где были представлены изделия мастеров декоративно-прикладного творчества. Дизайнер София Триколенко, город Киев. Коллекция украшений «Весенний сад». Все элементы связаны с природой. Растения, цветы, птицы – все изделия изготовлены из бисера, так как дизайнер считает этот материал невероятно пластичным, утонченным, способным передать любую структуру. Thank you.